Преподаватели и курсанты Петербургского университета морского и речного флота создают уникальный музей. Экспозиция будет посвящена полярным конвоям. С 41 по 45 годы из Англии и Америки в Мурманск и Архангельск они доставили миллионы тонн вооружения и амуниции для Красной армии. Все под непрерывными немецкими атаками. Будущий музей станет интерактивным. Например, в нем установят виртуальный глобус, на котором историки отметят маршруты всех конвоев, места боев, точки гибели транспортов. Также в планах создания рубки судна, идущего в конвое. Эффект присутствия, говорят авторы, будет абсолютным. Например, при взрыве виртуальной бомбы или торпеды рубка будет раскачиваться из стороны в сторону. В университете подчеркивают, собрание станет самым большим музеем полярных конвоев в мире. Каждый, придя в музей, должен найти что-то интересное для себя. Это и воспоминания, это и артефакты, это и награды наших ветеранов. Мы, например, прошлому 9 мая сделали стенд целый, где собрали все награды, которые выдавались во время Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, основой экспозиции станут макеты кораблей. Планируется, что их в коллекции будет не менее 200. И первую модель начали собирать прямо во время презентации. Это будет копия ледокола «Красин», единственного судна, которое принимало участие в конвоях и дожило до наших дней.